Когда мы откроемся, главный вопрос, который остался у представителей Гулливер-парка ко второму заседанию суда. Вернуть арендаторов они рассчитывали еще после предварительного слушания 4 мая, заявляя, что все нарушения устранили. Но тогда обвинительная сторона продлила обеспечительные меры. Сегодня их сняли. Общий порядок вступления определения в законную силу 15 дней, к вашему сожалению. В течение 15 дней вступит определение, пристав отменит обеспечительные меры. Напомним, прокуратура обвиняла ответчиков в нарушении нескольких правил противопожарной безопасности. Неисправная сигнализация. К проверке экспертам этот пункт устранили. Неправильная установка пожарного извещателя, хотя от нормы, по оценке эксперта, его отделяет несколько сантиметров. В целом, сотрудник Алтайской лаборатории экспертизы признал техническую документацию проверяющих слишком общей и неподтвержденной фото. Так мужчина не смог определить, где именно на неправильной высоте размещен спринклер или разбрызгиватель. Если было написано конкретно на этаже таком-то, там на расстоянии стены от такой-то, да, пришли проверили. Мы обходили, я визуально не обнаружил. Там вопрос по спринклерам, по системе пожаротушения, по их расстановке. Но они не могут влиять на безопасность людей, так как даже при отсутствии системы пожаротушения в здании люди должны эвакуироваться. К концу судебного заседания от доводов обвинения остался вопрос с переустановкой помещений, как было заявлено в заключении проверяющих. Но, по словам ответчиков, речь идет лишь о перепланировке, то есть без сноса несущих стен. Оформить эти работы владельцы еще не успели. Прокурор запросил у суда день, чтобы определить свою позицию с учетом оценки эксперта. Заседание продолжится завтра утром, но оно уже не повлияет на дальнейшую судьбу Гулливер-парка. Кстати, сразу после него обсудят ситуацию по торговому центру «Первомайский». Когда возобновят работу еще 4 объекта – торговый центр «Россия», праздничная арена и район – решится в конце мая. Анастасия Драган, Андрей Печоркин, наши новости.